все мячи с разных флангов. Бьющий. Так, кульминация. Минута до конца основного времени матча. Карлос Санчес. Подача. И удар. 1 забил победный мяч Италии на прошлом чемпионате. Это классический Уругвай. Тихой сапой просто вообще не... Вот видите, как даже Оскар Табара скачал со своего места. С этой палочкой костырем на расстроен. Разочарован Мохамед Салах. Но Хименес, что поделать? Кстати, после углового забил ворота сборной Узбекистана. А ну, здесь как выпрыгнул, они, а? Они оба умеют забивать эти мячи. Два центральных защитника сборной Уругвая. Вот они почти в одну точку приходят. И если бы не Хименес, вполне возможно, пробил бы Диего Годин. Но пара сработала. И те штрафные, те моменты, которые уругвайцы создали в последние минуты, конечно, дали им гигантское преимущество. Но... 5 минут добавляет Бьерн Куперс, и в этой ситуации, я не знаю, как правильнее сказать, заслужили, вымучили гол уругвайцы, или просто произошло то, что должно было произойти. Но, учитывая то, что мяч минуту назад попал в штангу, а после этого... Открою маленький секрет. Мы говорили с Александром перед игрой, оценивая игроков сборной Уругвая, и сошлись на том, что все время создается впечатление, что... У Хосе Мария Хименеса лишний вес. Но ну, при этом он, да, резкий, да, но он великолепно и прыгучий. Смывает воздух, да, и попробуй его оттесни. А может быть, вес еще ему дает преимущество.